Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа. Актер, проживший в браке с любимой больше 20 лет, предложил поклонникам самим догадаться, какая цель была у их поездки в центр Москвы. Чтобы избежать публикации в желтой прессе, Дмитрий сразу предупредил, что он не собирается разводиться с Ольгой. Самое популярное предположение поклонников – то, что Дроздова решилась-таки взять фамилию мужа. Кто-то из друзей пары понадеялся, что супруги решились на усыновление. Третьи уверены, что Певцов с женой приехали к ЗАГСу по случаю годовщины. Мол, символично было бы отметить серебряную свадьбу там, где все начиналось. Дмитрий обещал позже поделиться ответом на эту загадку. В любом случае, поклонники уверены, что в жизни артиста точно грядут позитивные перемены, какие бы они ни были. Примерно месяц назад, кстати, Певцов поделился архивным фото, сделанным на заре его отношений с Ольгой. Служебный роман у Дмитрия и Ольги начался в 1991 году, на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Это была любовь с первого взгляда. Через 3 года они поженились. А потом долго ждали рождения первенца. Елисей родился 7 августа 2007 года, в этом году ему уже исполнится 12 лет. Кроме того, супруги воспитывают приемную дочку Елену Деркач.